На искусственном катке в западногерманском городе Инцеле было разыграно первенство мира по мотогонкам на льду. Среди 16 финалистов главными претендентами на победу были гонщики Советского Союза, Чехословакии и Швеции. По условиям соревнований каждый из участников чемпионата встречался со своими соперниками поочередно в разных заездах. Ледяная дорожка в Инцеле стала ареной замечательной победы советских гонщиков. Наши спортсмены заняли все три призовых места. В третий раз завоевал золотую медаль чемпиона мира Габдрахман Кадыров, серебряная награда досталась Юрию Ломбоцкому, бронзовая — Владимиру Цыброву.